Здравствуйте. Иванский государственный аналитический университет. Посмотрите, у нас представлено здесь лидерское направление и научное направление. Кто думает о будущем, тот думает о молодежи. Именно этими рассуждениями сегодня были заняты члены Общественной палаты региона. Поговорить об инвестициях в молодое поколение пришел губернатор области Михаил Мень. Те тренды, которые присутствуют сегодня в молодежной политике, вообще жизни нашей молодежи, они постоянно меняются. И появляются совершенно новые вызовы, на которые власть должна реагировать очень быстро. Мало реагировать, важно инвестировать. Общественники предложили развивать туризм, разбивать кемпинги, строить гостиницы для молодежи из других городов. Представители общественности вышли с инициативой ввести систему индивидуальных грантов на конкурсной основе, чтобы награждать рублем активистов, не состоящих в общественных движениях. Прозвучала идея помочь в организации Дельфийских игр. Ну и, конечно, по мнению представителей общественности, на пользу имиджу региона участие в конкурсе названия «Молодежной столицы Европы». Чтобы у молодых были возможности креативить, важно обустроить их жизнь, дать работу и возможность реализации. Пока с этим в области дела обстоят не очень. Уровень занятости нашей молодежи на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Уровень обеспечения нашей молодежи услугами здравоохранения также оставляет желать лучшего. Поэтому нельзя сказать, что все однозначно плохо, но в то же время есть куда еще стремиться. Второй вопрос на повестке дня – обеспечение прозрачности выборов. Чтобы поделиться опытом и рассказать, как избежать давления административного ресурса, в регион прибыл член Общественного совета России Максим Григорьев. Мы приглашаем все общественные организации, вне зависимости от политических, так сказать, ориентации, предпочтений к сотрудничеству. Мы приглашаем волонтеров, тех людей, которые хотят наблюдать за выборами, смотреть, так сказать, за ситуацией, понимать, как это происходит. А это достаточно непросто. Гость из Москвы поучаствовал в создании рабочей группы Общественной палаты России в Иванове, помог определить тех, кто будет наблюдать за выборами не только в день голосования, но и в период всей предвыборной гонки. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.